Всем привет! Привет! Сегодня мы в музее Лондона. Да, музее Лондона. Пришли на выставку Шерлока Холмса. Так как она временная, она платная, и мы хотели поскорее ее посетить. Заранее извиняюсь за свой невзрачный вид. Я болею последние несколько дней, неделю уже. Вот. Да. Сейчас идем. Так что мы идем сюда, заснимем все внутри. Вот такой вход. Сады. Сады. Лавочек не хватает. Да, ну тут зато можно вокруг пойти, вниз сходить. И вон столики. Там есть столики, можно посидеть. Романтик. Ну да. Музей, вот лавки. Музей посвящен исключительно самому Лондону, истории создания Лондона, его влияние на мировую геополитику и культуру, конечно же. Вот. И сегодня мы идем на особенную конкретную выставку Шерлока Холмса, посвященную Шерлоку Холмсу, конечно же, и его влиянию на город Лондон, в котором он жил. Пришли на выставку Шерлока Холмса? Не знаю. Сейчас заходим вовнутрь. Через потайную дверь обязательно? Тут, наверное, будет плохо видно. А где наш любимый Шерлок Ливанов? Это Бенни. Это вон не наш? Где? Нет. А где наш Шерлок? Я не понял. А мне нравится, как... А вон. Где Ливанов? А? Мне нравится, как Роберт Дауни-младший играет. Мне нравится Дауни-младший вообще. А где наш Шерлок? Это не китайский. Человек, да. Которому... Ой, можешь меня с этим человеком сфоткать? А тут можно фоткаться? Да. Можно, даже скучно. Это мой любимый Стадио Скайлет. Что значит Стадио Скайлет? И что-то в багровых тонах. Ну, консалтинг детектив. А этот Мориарти, кто он там? Консалтинг. Это, кстати, да. Смешно звучит. Консалтинг Криби, да. Путешествие в пустом доме. Угу. Это вот дневник или что, смотри? Это что, портсигар? Да. Чувак усач, блин. Ну ладно, ладно. Это Артур Конан-Дойль. Вот дальше вот этот проход. Ну да. А так вы что думали, что а ты... А если вот это все? Не-не. Это новый Шерлок, да? Да, из нового Шерлока. Вот она, Regent Street. Бонд. А еще это была серия, когда они за китайцами гнались, которые янтарь искали. Не янтарь этот. Ну, короче, зеленый. Смотри, это вид с этого, с воздушного шара 1884 года. Ой. Тут можно сесть и почитать. Вау. Ой, хуже. Вау, это же, ну, же это книга. Я забыла, кто Моне, по-моему. Что там в тумане? Да, так и задумано было как бы. Ну так, картина посредством. Sorry. Right. Are you filming or recording something? Your hand? No? Just for myself. Right, yeah, it's not allowed at all.
Sorry about that. Дима, тебя вырубили еще? No. Нам запретили снимать, но мы снимаем. Потому что я не выключил камеру. Я против закона. Да блин, Дима, какой кадр был, а ты ушел с учета. Да. Это бы хорошо получился. Вот встают, типа, как ты, типа, ни при чем. Типа, ни при чем. Слушай, а как-то тоже нельзя? Видимо, нет. Канал погиб. А скрипочка? Да, скрипка широкая. Ты не снимаешь? Я снимаю. Ставишь это Холмс. Итальянская эпоха, ужасный он. Мне не нравится. Платье твое офигенное, обувь ужасная. Гадал. Нет, по-моему, это что-то. Когда мы играли в карты. Нас выгнали из музея, вернее не из музея, а из с выставки, потому что мы кто-то делал фотографии, а я скрытно снимал. Что? Я говорю, что нас выгнали из музея. Нас выгнали? Ну не выгнали, но попросили не снимать. Это печально. Мало ли, чтобы мы попросили. В итоге все снимали. Ну, правда, я все это время снимал, я как это бы... Интересно. Там, правда, немного кривовато это будет, но... Я снимал. Сейчас мы в магазине смотрим, что тут есть. Ну, это нравится. Мишка Шерлок Холмс, он миленький. Да, миленький. Мне нравится Лука. Уточка в ванную. Нет там уточка в ванную? Или это для собаки? Кэнди Кейн. Старинный типа. Артефакт. Смотри, это в туфли ставят. Что форму не теряли. Что это дорого? Для такого образа. Ой, пусти. Снижки. О, это так мне нравится. Почему Джорджи Ланд? Что это значит? Не знаю. Я знаю, грузинский? Грузинский Лондон? Это моя любимая писательница, которая специализируется на тяжелых дорогах, а именно на женщинах. Мы идем обратно. И тут белка. Толстая белка. Она такая прикольная. Они классные, мне нравятся белки. А вон еще одна. Ушли с выставки. Идем, тут собор красивый. Как он назывался? Сент-Томас? Сент-Полский. Какой-какой? Сент-Полский. Рейка, что скажешь об этом? Коротко, на главном. Очень коротко. Да, действительно коротко. Выставка была короткая, нам не разрешили снимать, я что-то снимал. В принципе, было любопытно, но было очень мало. Из-под полы снял. Да. Ну, в общем, да, очень мало, потому что всю выставку мы обошли за 20 минут, наверное, не больше. Да, очень мало. Еще на нас накричали. Было очень любопытно, но было мало. Нам сказали не снимать, я, правда, не перестал снимать, но... Хоть на Виталия Васильев лайкнул. Да. У меня там есть классная фотка у меня с... Поставь на Аву. Со шляпкой. Нет, у него сейчас крутая Ава. Иди ты, вот это самая лучшая фотка с ним. Он может тебе на фон ее поставить.
Нет. Да, кстати, это вариант. Шапочка, смотрите, север Никина шапочка. Шапочка с ушками. Мяу-мяу. Мяу. Да. Очень милая шапка. А еще очень милый собор. Ага. И голуби сидят на фонтане. Или ага, это не фонтан? Красиво. Обелиск? Красивое слово. Вот такое вот красивое слово. Обелиск зеленый и с голубями. Удивительно малая выставка Шерлока Холмса. Так удивительно остальное... краткая, да. Я бы сказала. Остальные музеи мы даже не посмотрели. Ну, а мы там уже были. Ну, вы были, а я не был, но все равно меня никто не... Засними самое сложное... собор. Я вот сейчас засниму. Шикарный. Самое сложное куда-то идти с сестрами, то, что они всегда выигрывают в спорах, потому что их двое. Ты имеешь в виду всех сестер или конкретно нас? Ну, особенно вас. Double power. Да. Знаешь, когда мы объединяемся, не ссоримся, мы можем горы свернуть, честно. О, да. Но такое бывает достаточно редко, только когда у нас общий враг. Да. А так в данном случае общий враг – это я. Собор, большие колонны. Да, королева Виктория. А кто с трезубцем? С луком. Это богини. Угу. Он Афина, это я не помню какая. Кто была жена Зевса? Гера. В общем, сегодня выпуск закончим. Иду под мостом. Клевый мост. Вот. Всем пока. Ну всем что? Всем пока. Краткая сестра таланта. Краткая выставка, краткое прощание. Все, пока. Мне надо ставить эту фразу. Краткая выставка, краткое прощание. Да. Ставь эту фразу. Все. До следующих выпусков. Краткой выставки, краткое прощание. Да. Пока-пока. Смотрите на мост.